Эй, привет, мой дорогой друг, время позалипать ютубчик. Тем более, что тут новое видео подъехало, это симулятор вора. Bad boy is a game. Ну что, ребята, в прошлой серии мы там все крали картины, вазы, полетели. Короче, я уже, в принципе, сюда тэпнулся. Так, давай посмотрим, что там у нас вообще. Так, это заметки, подожди, это не то. Да, в заметке. Так, дела. Есть у нас дела. Это какой дом? 104-й. В 104-м нужно разбить окно машины. Ну, погнали. 104-й. Это вообще прямо здесь. Правда, день на дворе. Не знаю. А нужно пробраться в гараж. Тогда вот сейчас я туда на парковочку встану. Ой, встречка. Блядь! Давай. По кайфу. Все. Закрыл. Где тут лестница? Так, слушай, тут есть такая штука. Так, что там делать-то нужно? Забыл. На какую кнопку? На S? Точно. Ой. Отлично. Медленно надо было открывать. Блин, он сейчас сюда, да, придет? Нет? Телек. Бля, телек я точно заберу. Телек я точно забираю. А я не могу скинуть. Почему? Стой. Бля. Меня заметили. О, what the fuck? What the fuck is this? А я даже и не понял на самом деле, почему я не мог спрыгнуть, а я, оказывается, на С просто сидел. Че, меня тут не спалят? Блин. Все-таки арендатор туда пришел. А их там трое вообще сейчас. Так, может быть, перед тем, как разбить, сначала телек до тачки дотащить? Ну, давайте, копы. Копы. Впереди копы. Впереди копы. Так, а что он стоит? Он застрял там, поди-ка. Ничего, они не исчезают. Да все уже. Все законопослушные гражданины. Все. И ночь резко наступила. Вот это я просидел, блин. Давай, наверное, все-таки... О, слушай, там челик ходит. Может быть, я все-таки сначала унесу телик? Его ж не стыбзили? Нет, конечно. Никого вроде нет. Блин, этот черт сюда идет. Давай здесь спустимся. Какая разница? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ничего подозрительного. А чё вы сюда идете? Ночь на дворе, алё.
Отлично. Все, можно пойти разбивать. Надеюсь, они спят там. Да, моя проблема была, что я... О, это еще теперь... Заново вскрывать замок. Медленно. Открыли. Зашли. Кубик-рубик. Нет. Там кто-то не спит. Я вроде тихонечко открываю. Надо было. Надо было скинуть тоже эти вещи, которые я уже подсобрал. О! Блин, меня услышал арендатор. Я думаю, что здесь внизу, да? Гараж-то должен быть. По факту. А нахрен тут свет включили? Блин. А чё этой бабке нафиг не спится? Бабка, ночь на дворе, иди спи. А, ну время 11, полдвенадцатого. Иди спи, блин, ты чё, сумасшедшая? Блин, вот засада. Ну давай уже. Ты просто там, ты просто сидишь? Здесь вообще ничего нет. А зачем она сидит? Там еще кто-то ходит. Слышь, а это не гараж. Блин. И что делать теперь? А это укрытие? Да что тут никак не пройти, блин. Так, этот спать. Да ты грёбаный ты. Подожди. А как мне выбраться на Е?
Нет, а как выйти? Подожди. Выход, Е. А как мне? А я не могу, да, теперь тут спрятаться? Я не знаю, прокатит это или нет. Подожди. А я знаете, в каком доме? Вы знаете, в каком я доме, блядь? Я в 106-м, блядь. А, это я просто бежал же, я спрыгнул, выпрыгнул в окно. О, серьезно? Так, а как, где гараж у них? Как мне в гараж попасть? Так, здесь я ходил, здесь нет гаража. Как? Где гараж? Что-то я вообще не понимаю прикола. Так, окей. Давай, если я взломаю вот эту штуку. Ой. Это гараж. А как мне туда попасть? Никто не знает, да? Так, ну хотя бы понятно, что он где-то в той стороне. А вот и гараж. Так, давай тут посмотрим, что есть. Гитара. Полон инвентарь. Гараж тут никак не открыть, да? Нет. Блин, я хочу эту гитару. Так, хорошо. Что у нас? На втором этаже можно забрать... Забраться по лазам. А, нет, это понятно. Так, я где-то еще, у меня одно дело есть. А можно вот это убрать? Так. Подожди, 113, 112, 0. А. Это было одно дело. На самом деле все было максимально просто. Так, я хочу скинуть, я хочу еще раз туда сходить. Уходить уж с полными набитыми карманами. Так, давай.
все, 15, да? Понял. Давай, гитарку точно надо забрать из гаража. Блин, они скоро уже будут просыпаться. Хотя нет, 5 утра. Давай отсюда заберем гитарку. Ага, гитарка есть. Так, тут что у нас? Ну тут, скорее всего, ничего. Можно еще вот в эту комнату зайти. И телек забрать. Да, телек. Блин, а что это громко-то? Я что, псих? Пульт. Пульта телека точно, да. Бабка, да. Флешка. Ну, тут, скорее всего... Ну, ладно, давай телек забираем и валим. А то они уже скоро проснутся. Блин, сюда черт идет. Нет, не сюда, или сюда. Да, сюда. Ладно, мы так бочком. Все. С этой темы можно сваливать в целом. Пойдет. Че, до дома, до ломбарда? Да, да, можно сразу до ломбарда. В принципе, у нас тут там ничего такого нету. Бас-гитара. Не забывайте тратить неиспользованные навыки. Окей. Так, ты все еще толком не умеешь ломать замки. Наберись опыта. А че у меня, кстати, по навыкам, да? У меня есть два навыка. Два навыка. Давай изучить. Это нужен девятый. Нет, девятый. А тут теперь взламывайте сложные замки. Взламывайте сейфы. Используйте стеклорез. Я не знаю, пока вот это, наверное, я точно оставлю. Не вижу смысла вот это пока качать. Да. Окей. Так, на Greenview 108 слишком много смотрит телевизор. Будь хорошим соседом, помоги им с этой проблемой. Отлично, так, давай продать. Так, у меня тут еще барахла. Отлично. Сюжет, сломайте телевизор в 108-м. Так, а что я могу, да, сразу, в принципе, на Greenview. 108. Ага, понял, где. Блин, а вот где здесь тачку припрятовать возле этого дома? Далеко бегать тоже неохота. Если, в принципе, если там будут какие-то большие предметы, я, в принципе, потом могу просто подъехать туда, да и все. И не париться. Так, это 108. Просто там уже 107, да, как я понимаю?
А, нет, 107 там. Стеклорез. Стеклореза нет. Так, окей, будем что-то думать, придумывать. О, ребятки здесь сидят. А, то есть меня прям... Надо бы сваливать. А куда? Блин, днем вообще походу не варик туда идти. Ну, время 9 утра. 10 доходит, 9:30. Нужно ждать. Потому что они этот телек смотрят. Либо я как вообще как псих должен забежать туда, сломать его. Либо, конечно, дождаться ночи. Но я могу это сделать на парковке. Сейчас копы уедут. В принципе, я могу выходить. Они даже меня и не ищут, по-моему. Че ты на меня смотришь, блядь? Так, ну если они в мою сторону поедут, мне гриндец, конечно. Я может вот так типа оббежать. А чё они не исчезают? Ага. А, типа, нельзя спать, когда... Угу. Так, давай, чё, 20... Да, давай вот так. Всё, выход. Так, 108. Только мне нужно понять, как мне туда пробраться. Сломай или украдите? Да я украду, конечно. Вас услышал арендатор. А, смотри, что они сделали. А, прикол. Так, в каком телеке? А. Автоотмычка нужна. Ребята. Походу мне надо домой. Да. Походу мне надо домой, потому что автоотмычки у меня точно нету. Модем. По-моему, маршрутизатор можно сдать. Вот там сидит дебил. Так, тут что-то есть. Да, все, ладно, погнали, что тогда?
принципе, я тут подсобрал. Так, а тут еще один лежит. А это что такое? Подержанный инвентарь полон. А я могу что-то из него выбросить? Предметы. Допустим. О! Я могу смотреть, что я на Black Bay могу продавать. Это я могу выбросить, типа? А, да. Да, отлично. Так, моя тачка. Короче, валим домой тогда. Покупаем себе отмычку. Автоотмычку, получается. Так, и я сейчас посмотрю предметы, которые я могу продать. Так, ладно, это мы просто по приколу. Доступны новые навыки. Так, слушай, а я могу, наверное, взламывать сейфы, изучить. Ой, я потратил 2. Так, на... Так, сначала я куплю... Разбор ценности нет. Автоотмычка. А, купить. Отлично. Взлом сейфа. 2500. А у меня нет. Стеклорез тоже 2500. Black Bay. Так. Продать. 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 Кухня. Нет, другое. Нет. Антиквариат. Нет. Так, и что получается, я теперь... Да, я теперь этого не могу продавать. Так, это еще закрыто. Доступна электроника уровень 1. Окей. Так, а что, тестить автоотмычку не будем. Давай сначала, наверное, тогда в ломбард заедем. Все солью. Остальное. Welcome. Да. И... О, а что здесь? За значок? Значок полиции. Почему-то. Так, какой 108-й? Ну, так же туда же машину поставим. Так, пока 3 ночи, надо бежать. Так, бабки, бабки, бабки забираем. Колонка. Ага, колонку тоже нести могу. Как раз 2 колонки и телек утащим. Четко будет. Ну и так можно будет по мелочи, конечно, еще что-то взять. Например, маршрутизатор. Телефон.
пульт. Так. Самое главное — это телек. Мне потом самое главное — вылезти самому потом туда. Так, давай еще посмотрим, что здесь в шкафах. Жесткий диск. Еще один шкаф. Можно будет. Блин, уже утро. Короче, валим. Потом. Блин, они оттуда едут. Заметили? Оп! What the fuck? Блин! Загрузить контрольную точку, да? Блин, меня поймали. Fuck is this? Так, может быть... Так, а я тут сзади потом... Да, там же сломанный забор есть. Я, короче, сейчас туда... Надо по-быстрому. Надо по-быстрому, короче, все делать. Давай, 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 давай. Где услышал, но не идет сюда. Так, и я могу? Да. Все. Я сейчас сюда все поскидываю. Потом просто тачку подгоню. И все туда загружу, а? Голова. Тут. Может, ему надо было дверь закрыть? Отлично, давай. Все остальное тут забираем. Ой. Блин, надо было с нижних начинать. А тут, по-моему, только в этом нижнем. Больше тут, по-моему, нету, да. Давай еще здесь посмотрим.
Так, уже светает. Тут что-то есть? Меня заметили? Что делать, что делать? Вроде не заметили. Да. Он не заметил. Ну вот, рано утро уже все, полевая тема. Ладно, сейчас все в тачку загрузим тогда. И все, и свалим. Так, куда я тут поскидывал? Да, все здесь. Блин, завести же надо. Багажник. Давай от этого челика пропустим. Еще одна колоночка. Ну и все, можно сваливать. В смысле? Серьезно? Я могу только одну колонку забрать. Я что-то маленькое типа могу только забрать. Блин. Ну вот это неинтересно вообще. Вы делаете подозрение. Да все, я сваливаю. Да, а я так надеялся. Так, давай до дома. Сейчас посмотрим, что-то я могу продать. Для твоего же блага лучше бы люди не находили свои собственные жерелья в ломбарде. Сначала их нужно разбирать. Ага, мне нужно вот это изучить. Окей. А, второго уровня. Окей, второй уровень. Так, предметы. Так, а где я смотрел то, что... Так,
Подожди, получается ничего, да? Из BlackBerry этого нету. Давай проверим. Что-то я не понял. Так, BlackBerry. Искусство. Ну, понятно, что нет. Запчасти. Понятно, что нет. А, нет. Вот жесткий диск. Отлично. Антиквариат, все. Так, что у меня там? 2500 есть. Я могу себе стеклорез вообще, в принципе, намутить. Взлом сейфа ли? А, не-не-не-не-не-не-не-не. Надо вот это, на это. Надо накопить на это. Я понял. Так. Слушай, а я могу... Мне вот интересно, я теперь вообще любые замки взламываю. Так, а я задание не взял. Давай вот здесь. Дом рипов? Нет. Вот. Принять. По 300 бачей. Всякие штучки прикольные. Давай все возьмем. Почему нет? В каждом доме что-нибудь да есть. Так, а я... Слушай, всякие вот такие приколюшки надо вообще покупать. Все, сколько у меня осталось бабок? Да, $46. Но вот это я подкопил, считаю я. Давай через ломбард. Блин, вот это я подкопил, конечно. Welcome. Давай. А не, вот, 1097, все нормас. Все нормально. Сейчас будем хилять. Погнали. Улица Грин-Эн-Веню. Короче, я в каждый дом теперь знаю. Заметки, да, понятно. Давай 104-й, есть? Да, есть. Разбить окно. Окей. Давай со 104-го и начнем. А какое мне окно нужно разбить? Где окно? Засчитала? Да. Так, пока они там гоняют. 105-м. Сломай туалет и и украсть телек. Отлично. Тут же возле меня... А что это за машина? А чё вы все сюда-то подъехали? С электрошокерами, блин, ходят.
Поехали. А чё ты спать легла? Время, блин. Час дня. Так, ну давайте исчезайте уже с карты. Я хочу посмотреть, что это за дверь. Прикинь, не исчезают. Так, ладно, пускай пока исчезают. Предметы. Блин, как я смотрел? А, во, внизу, да, во, Black Bay, точно, вот. Все. Так, 105-й мне теперь нужен. Кто меня заметил? Меня заметили, а кто? Так, это у нас 104, вот 105. Нужен стеклорез. Так, окей, в 106. Так, короче, я это сделал для того... А, меня заметили. Вот это я, кажется, незаметно спрятался. Короче, мне надо все-таки вечер ждать. Ну, самое главное, что я там... Я разбил окно, чтобы туда забраться. У меня стеклореза нету. Слушай, три тачки? А, я понял. Походу, одна теперь всегда патрулирует, что ли, или что? Или фиг ее разберешь. Короче, она исчезнет. Все. Давай, пойдем тогда поспим. До 12, я думаю. Так, золотой кубок. Все остальное. Пустая отмычка, отмычки, все. Давай. Давай до 11. В принципе, они уже тоже ложатся спать.
заново закрыли. Я не понимаю тогда смысл автоотмычки, блин, если я до сих пор занимаюсь вот такой херней, блин. Да иди ты нахрен. Блин. Какого черта? Какого нафиг черта? Да мне сейф с деньгами, а у меня нету этих. Коп прямо здесь стоит. Прикиньте. Что, они сейчас опять закроют, типа, на замок? Сейчас проверим. Блин, я тут два дома-то обокрасть, блин, не могу, блин. Ну давайте уже. Сваливайте. Просто уже час ночи, блин. Надо было всего лишь до 12 поспать. А чё они не пропадают, не понял. Они спят, отлично. Так, давай, сломай туалет и украдите телевизор. Взлом замков 4. И чё? Окей. А, сломай раковину. Сейф я точно никак не смогу сломать. Гарнитура. Так, и что здесь еще? Подожди. Я в 106-м, да. А зачем мне картина показывалась? Так, сломайте раковину и разбейте посуду. Это наверху, да? А где мне это нужно сделать? А, сломать раковину наверху. Окей, погнали. Угу, это кухня. Так, и сломать раковину. Какую раковину? Вот эту? Нет, подожди, а какую раковину сломать? Я что-то не понял. Так, заметки. 106-й дом. А-а-а.
Ну. Давай, такую вазу заберу. Окей. Можно сваливать. Но картину я забрал. Типа подсказки. Так, а я тут выбраться вообще в целом могу. Так, вот мне 105 надо. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Блин, скоро уже утро. А мне тут картину украсть? Опа, он встал зачем-то. Так, сломать туалет и украсть раковину. Ой, раковину, говорю. Так, и украсть картину. Картина на третьем этаже, как я понимаю. А, нет. А какого хрена она проснулась? Я что-то не понял. Какого хрена? Так, подожди, мне... Так, 105-м... 106-м я... Все дела сделал. В 105-м мне осталось... Сломатель. А, ну вот как раз этот телевизор. Окей. Ладно, мы сейчас. Так, и потом 107. 107 здесь как раз. Да, надо будет сейчас опять пойти. Цена ремонта. Это что, кто-то врезался в мою тачку? Алло. Ты сто пудов эти копы, блин. Все. Так. Давай, пойдем, значит, тогда поспим. Скину все барахло, что у меня есть. Подожди, а я могу сразу с картиной добежать? Я же где-то картину скидывал. Так, тут, да, тут закрыто теперь. Так, а где моя тачка? Ага, все, вижу. Так, бегать, конечно, я не могу, к сожалению. Но вроде никого нету. Так что можно спокойно до тачки идти. Так, давай бросаем, открываем, загружаем. Так, давай все скидываем. Да. Спать. Давай сразу до 12 спим.
Да, на всякий пожарный закроем. А, слушай, так... Мне в целом... Мне в целом-то можно и не через дом идти. Приемник. Приемник какой-то крутой. Так, а что в доме еще есть? Нет, это... Ну, тут бутылки. Вот бабки. Металлическая ваза. Интересная какая-то. Шахматы. Тоже ни разу не подбирал. Давай заберем. Все, давай свалим. Так, ага, телек. Так, наверное, сначала скинем, да? А, не, слушай, я маленько могу бежать. Медленно, конечно, но могу. Так, давай, что дальше? 107-й. 107-й. Здесь нужно разбить. Разбить, разбить. Окей, 107-й. Ага, вижу. Слушай, а я, наверное, туда и припаркуюсь. Ко мне бегать. Там и парковочка есть рядом. Так, и чё мне как тут? Так, сломайте туалет, разбейте окно на втором этаже и разбейте бокалы. Ага, бокалы для вина, вот они. Здесь у нас автоотмычка. Ой. Сломайте туалет. Лежит много денег. Оу. Давай, надо будет забрать. Разбить окно. Ну все, окно, ладно. Так, бабки, бабки, бабки. И гитара там есть еще. Так, ну если я стыбзю гитару... И разобью окно... Ну, прямо здесь. А! Окей. Я не думал, что это будет так просто. Так, давай я тогда все скину. Все, что влезет. Ага, это все, да? $15. Ой, 15 тяжести максимум.
Хорошо. Так, 108. 108. Тут два задания. Уничтожьте и украдите, сломайте или украдите. И картина одна. А я картину уже не смогу. Окей, давай. Погнали. Так, я могу по предметам посмотреть. Да. Black Bay. Тогда... Оп. Тогда в целом я могу все обратно сюда. Нет. Не могу. Так, окей. Погнали. Погнали сначала тогда... До дома, наверное. Ой. А там уже, в принципе, разберемся. Так, до дома. Новый уровень. Окей. Как раз, да, изучить все. На Гринвилле 107 не одобряют наши усилия по защите района. Надеюсь, с драгоценностям в их спальне ничего не случится. А я как раз в 107-м сейчас был. Так, Black Bay. Продать золотой кубок. Запчасти нет. Электроника. Продать, продать. Старинная гитара Yamaha продать. Антиквариат, все. Так, давай теперь еще заберем все, что у меня тут есть. Все. Еще посмотрим, есть что-то еще из Black Bay. Так, Black Bay. Искусство нет, электроника нет, кухня нет, другое нет, антиквариат нет. Так, украдите драгоценности 107-го. А то, что я разобрать... А, это мне вот это надо. Разбор ценностей, да, купить. Окей. Разбор ценностей. Набор для разбора ценностей позволяет вам разбирать драгоценности на части для продажи. Окей. Так, слушайте, ребята. Ну, погнали. Короче, в ломбард. Лэмберт. Слушай, а там уже красный значок копов почему-то. Welcome. Welcome. Все, все остальное продал. 2000 у меня есть. Так, ребята, окей. На этом будем тогда заканчивать. И в следующей серии уже поедем, украдем ожерелье и попробуем разобрать. Посмотрим, что вообще к чему. В общем, тогда спасибо всем, кто досмотрел до конца. С вами был Bad Boy Games. Я же Виктор, и увидимся на следующих видео. Пока-пока.